Приветствую, друзья, канала Fishing. Мы на рыбалке. И сегодня необычный немножко формат рыбалки будет у нас. Я полностью без своих снастей, без своих кормов. Меня пригласил на рыбалку замечательный человек Юра Строич, карпятник опытный, неплохо выступавший на соревнованиях. Команда Гуцул Карп, друзья. Вот. Ну и я... Как бы мы будем рыбачить вместе, я буду тоже помогать там на подсаке, может мне Юра даст рыбу вывести. В общем, посмотрим, как ловят другие рыбаки, не только я, все свои показываю, снасти, аксессуары. Думаю, будет интересно, не думаю, уверен, будет интересно. Значит, мы уже завезлись, я сейчас перейду в режим говорящие руки. Мы уже завезлись, два удилища корабликом, два будем с помбом. Юра, привет! Всем привет! Слава Украине! Героям слава! Юра, ты можешь розмовляти українською мовою? Ну, так і буде, тільки українською. В мене всі лояльні учасники сообщества, скажімо так. От. Тому не стесняйся. Так і буде. Зараз робимо порядочок. Да. Юра, татові за корм. Ти скажи, що в нас відбувається? Поки ми дві вудочки закинули, дві вудочки ми завезли. Зараз ми будемо їх підкормлювати ракеткою. Так. Пробувати тестувати насадочки. Поки що не піка за годинку, нічого не зрозуміло, на що буде клювати. Юра, ти знаєш, що ти, мабуть, в душі скритий блогер, в тебе дуже гарно все виходить. То, що ти ще побачив за 2 сутки нашої рибалки. Поняв. Супер. Так, друзі, ну я вам швидко тактику розкажу. Значить, дві удочки ми возимо дуже далеко, 140 метрів, і дві на 86 метрів закліпсували, і я буду їх підкармлювати, ну, по очереді з Юрою, з помбіком. Тобто, риба здесь... Риба здесь к звуку з помба привикша, поэтому, ну, не стоит сбрасывать со счетов это дело, даже когда есть кораблик. В принципе, мы начинаем рыбалку, вы смотрите, будет интересно. Юрий Юрьевич, кто там мозгиком посидит? Кто-то бавится с нашим насадкой. Да? Это ж мы с тобой только пообедать собрали. Ну, так как всегда. Ну. Я скажу трошки жестче. Мама їсти, діти. так і у нас на рибалці буває. Але дивись, то ж виходить спецпомба, да? Да, прямо спецпомба. І пішов легонький опуск. Пока чекає. Ну все, ждем. Ще один пік. То Юрій Юрійович так приманює рибу, друзі, це секретна тактика гуцульська. Ото дід не чай мені передав. Що там дядя Юра? Друзі, в общем, як і говорили, собрались пообедать. Ой, блядь, чуєш. Собрались пообедать. И у нас поклевочка сразу же. Сейчас я... Если есть рыбка, то надо ловить. Юра, ты ее куда будешь? Куда она нас, туда и пойдет. Будем пробовать на всю сторону. Я тебе помогу. Вот для чего задуманный той рыбкой. Так, друзья, в общем, я уже вижу, что лидер. Не спеши, ты упустил еще. Ты зараз развернется. Что ж это велички? Ну, хороший амурчик, что? Я початку.
Хороший амурчик. Тримай, тримай, тримай. Держи в воді, я дам мат. Як для старта вже риба, хоча б не спіс. Кстати, попапчик Carp Catchers. Реклама на каналі Афішинг. Настя Афанасьевой, привет. Даже сказати, що там є. Я скидаю тобі жилку, там рецепт його, ти витискай воду. А тільки намочи цей. Тихо. Так, все, мат намочен. Амурчик в маті. Хочеш злазити його, Дім, чи на око? Та я думаю, на глаз. На глаз, шкода його мордувати. Чуєш, Юра, є в тебе цей попшикати? Да. Покажи антисептик баунти в видео и получи следующую рыбалку бесплатно. Так, друзья, к рыбе у нас самое бережное отношение. Так. Вот запшикаем рамку. Короче, Юр, за краешек губы сверху. Ну, это ж амур. Да, да. И все, и уже сразу он вверх пузом, все, я умираю, но это амур, друзья, он любит такие фокусы, сейчас как даст. Но... Все, пошел, ну все, Юрий Юрьевич, с почином. Дякую вас теж. Дякую. Заходь, заходь, не сюди. Ух ти, йоп. Хороший амурчик. Так, да, тут не краще. Утрупняємося. Беремо на воду 5 жамах. Потихоньку рибка сідає нам на точку. Фу, все, я весь мокрый, и трусы, и все. Чувак меня сполоснул. Так, ну этот уже, ну тоже за краешек, но... за нижнюю губу уже. То що, Юрій Юрійович, може цього зважимо? Ну так, да, я думаю, що вартувало би, щоб ми зрозуміли, що у нас там. Сейчас тоже запшикаем. Тихо-тихо, хлопец. Сейчас отпустим. Покиш, где мы там тебя укололи? Возьми себя в руки. Ты уже одного намочил, чтобы...
Тебя тоже надо обмыть. Так, як то має бути? Та нормально, став вагу. Сюди вішати її? Так, тільки не в воду. Понял. Ми більше не будемо тут ставити. Мені там все добре було, ні. Я хочу розвернути сюди. Тому сюди от їх будемо важити на цьому. Ми впустимо підера пала нам нахід. Що вона нам каже? Ні, не воно. Треба переключити її. Достає води нам. Має всім 230, зараз старуємо мішочок. Подивимося, що воно нам заважить. Пару фоток. Зараз буде з рибкою. Ще не дуже я хочу з нею фотографувати, краще на камінь поверхні. Будемо з великою фотографувати. Давай. Отпускай сюди до берега. І все. О, під ногами, під ногами. Ті, що перетворяються. Вам теж. 7 скільки було? 220. 900 грам, робив 800. 800. Зараз не. Порахуй. Короче. 600. Да, 6600. Друзі, взяли рибку. Я камери не успів. Юра був на подсаке. Я. Сейчас я ближе, оба, я выматывал. Или свои ставлю. Ну, руки красава. Трусятся, смотрите, друзья, какая рыбулька. Красава, ребята. Это 15+, Юр. Красава, не знаю. Веса покажут. Ну, нижняя губа, но у него всё уже... Всё порвана. Она уже, ну, не мы первые, да? Ну, да. Сейчас мы его запшикаем. Красавец. Сейчас пару фоток, в общем. Момент отпускания сейчас снимем. Юра. Сюда, малыш. Это тюлень. Но он уже кому-то сходил, видать. Не змивай. Так. Юрій. Я просто Юрік. Ти просто Юрік. Капець, це на весь мат, блін. Жердяй, а ну. О, десь такі. Красовела. Молодець, зараз. Да? Ні. Мінус 800. 800. 12700. 12600. 12600. Ну, сильна риба. Юра, відпускай. Давай, фотографуйся. Точно. Це твоя рибка. Короче, диви. І такого просто такого тримай, там я собі стоп-кадр. А, воно вже воно знімає, так? Да? Так, я стоп-кадр. Я вже тебе теж там зняв, щоб скинув. Що ж ти? Висохло. Блять, але тюлень. Блять, щось ти віси неправильно показуєш. Та ні, правильно. Я не підніму. Захочеш гарного кадру, то піднімеш. Ще дивись сюди. Ще дивись сюди. О, гарна рибка. Красавець. Да все. І що то все знімає у тебе, то все. Знімає зараз, я тут пусто. Давай. Ні, та чому? Ну та ж ти, Дім. Я вже їх ловив таких. Давай, з старшими сестрами і братами. Хороший. Пішов. І очередна покльовочка, друзі. У нас раз в час все стабільно.
бандюра на вылаживании. Юра, ну ты просто эпически сейчас смотришься. Эпический мужчина на вылаживании. Слухай, жінка скаже, ну його нафіг твої рибалки, сякі поклонниць зараз буде, автограф дай там всі діла. Зараз, треба рибку спіймати спочатку. Йопорний болет. Ня, це він. Підмотає. То не він, то риба, то покльовку. То покльовку. В смислі покльовка? Друзья, у нас дубль. И сейчас будет каждый... Да? Но запутано вроде. Так, где, куда? Не. Не спеши. Да, пучка. Не тут. Повезло. Ну, вот это, конечно, стоило. Ну, Юра, ты сам с подсаком, я сам. Я сам? А кто же у нас есть? Все, у нас никого больше нету. Так, ну у меня... Блин, не, у меня нема ничего вроде. Нема, то беремо. Все, я аккуратно ложу удочку. Обратно, скорее всего, сход. Я возьму. Ну, я поснимаю. Помочь? Я попробую сам. Ну, хай он побегает. Зайдя, так зайдя. Что такое амур? Амур — сумасшедшая рыба. Дело мастера боится. Мастерство не пропьешь. Все. Амурчик на все, помер. Да, все, котлеты. Тримай. Ну, амур мастер притворяться, конечно. Кулись. Слушай, то у нас, наверное, один и тот же все время клюет. Тихо. Пучка. Давай. Отпускаем. Давай. Бежи. Дякую. Пожалуйста. Эмоции, Юр. Эмоции перевищують. Що чувствует рыбак? Перевищують эмоции. В сердце того не почуєш. І ти це не показуєш. Що чувствует рыбак, когда отпустил 7 кг котлет рибних? Вот такий кайф. И за это, друзья, ставьте лайк. Взял мне. Невеликий. Да який невеликий. Чего невеликий? Хороший? Ну и, друзья, самый приятный момент в рыбалке — это отпускание рыбы. Сейчас надо же вам делать, чтобы вам видно что-то было. Хоп. Пошли. Кабанюра. 9600. Стой, мы тебе сейчас кукурузы дадим. Что ты?
и между ног пошел, все, трехочковый. О, пошел. Не спеша. Красавчик. Ну, утро начинается, друзья, приятно. Ну и, друзья, отпускаем. А то, конечно же, красавца. Yes. Ау. То самое опять. Уже на дальний вес не стало садовать. Угу. Carp catchers. Ну, воно ж дурнувато. Воно може тако сидіти півдня зараз. У мене підлема тут так сидіти. Но. Торпеда. Проведу вам, друзья, экскурсию небольшую по вымостке, по том, как мы расположились. Юра сейчас будет мешать закорм секретный. Да, настильками секретный. Короче, основа кукуруза, зерновые, тигровый орех, конопля. Зерна конопли и крушеные бойлы. Полностью крушеные. Через крушу, нехай буде пиль, а тим і стягнемо знову амура. Юра, то ти зробив собі операцію «Чистий гараж», да? Так. Почистив все, щоб на зиму не залишалося. Ну то правильно. Тут все на більш рибні. Кріль, Старбейсовський сквіт, фірма Старбейс. І до цього додамо тигра. Вже не різаного, може правильно, може неправильно, роблю так, як знаю. Як... Ні, ну рибулька прокльовує, значить все правильно. Все ми робили правильно, тому що покльовки були досить непогані і рибка непогана вже. Так, хорошо. Зараз додамо ще коноплі до цього. Тут все свіженьке. Так, на цю дозу хватить нам. І відповідно кукурудза варена. Я її 4 години розварював. Плюс сутку замочувана була. І подивимося, що з цього буде. Трошки водиці, трошки мукиці. Це газдиня наша до. Та й щось буде. Та й щось того буде. І то залиємо. Так, і то треба все нам ще залити отакою жидкістю. Хоч трошки. То і з помбіком, і в кораблик, да, буде? Так, піде чи так, чи так. Хорошо, я сейчас быстро же экскурсию дальше. Короче, друзья, родпод. Что мне самое больше нравится? Это родпод. Nick Evolution, механика. Удовольствие, конечно, не из дешевых, скажем так, но функционал вы сами видели. Одной рукой поднял, если нужно, опустил. В общем, ну супер, сверхудобная штука, конечно, но пока что только в мечтах. По снастям, не знаю, стоит рассказывать, не стоит, ну расскажу, так как по-любому вопросы будут задаваться. Удилище Бестия. Юра, Бестия то чье? Ориент. Ориент, Бестия. Катушки. Як їх називають старі м'ясорубки, ББЛК, але в сильно хорошому стані, мені вони подобаються. З байтранером, короче. Маю і Шиману Ультегри, але
для завоза. Для завоза супер. И недалеких забросів вистачає до балкашки повністю. Так, вот такой Юре сварили подставочку под сподовые. Не, ну удобно, что? Удобно, но треба переробляти. Лучше, чем с земли. Удобно. Так. Пошел я нашу палатку покажу на колесах. Карповая там палатка. Бардак. Да не, я так издалека. Ну, друзья, я вам скажу, что вот то вообще супер. То настолько комфортно. Ну, нету слов. И спать хорошо, и отдыхать, и газовая плитка есть, все внутри, холодильник, все дела. Вот. Сейчас еще по насадочкам быстро, что у нас сработало. Я тут спиннинг-джок еще разложил, но некогда по сути даже побросать, походить. Значит, по насадочкам. Сработала соло Насти на тутти-фрутти. Carp Catchers. Дальше. Вот такая сливка, но таких уже не продается. И вот такая еще насадочка, тоже в продаже, уже и в производстве нету. Так вот такие, друзья, вот так и рыбачим. Еще у нас больше полторы сутки впереди. Короче, сейчас будем работать с помбом. Ну, я буду работать с помбом. Итак, друзья, у нас уникальный случай. Нас посетил Игорь, двукратный чемпион мира по карпфишингу. Игорь помогает сейчас завозить корабликом. Это уникальный случай, друзья, уникальный. Игореша, как твои ощущения? Офигительно, далеко кидается просто. Это класс, друзья, это просто лайк. Игорёш, мы не будем тебя мучить. Я знаю, что тебя пресса уже замучила. Просто ставим лайк этому видео, друзья, и подписываемся на канал Афишинг. Супер. И, друзья, по закону подлости, из-за моей глупой ошибки не удалось снять ни вываживания, ни отпускания, ничего. Бигфиша этой сессии Юра, простите, Юра вместе с Игорем прекрасно справились с огромной рыбой. Толстолоб 26 килограмм, почти 25, 950, если быть точными. В общем, у меня целая депрессия по этому поводу, друзья. Но такой кадр, такое видео не часто случается, но тем не менее есть к чему стремиться. В общем, еще раз благодарю Юрия за прекрасную рыбалку, прекрасный отдых. А вы, друзья, подписывайтесь на канал Афишинг, ставьте лайки, обязательно комментируйте, ну и поддержите меня. Я серьезно в расстроенных чувствах из-за того, что не удалось снять вываживание такой рыбы. На этом все. До встречи на рыбалках и канале Афишинг. Пока, друзья.